эпизод первого Бриджит. О, ты очнулся. Но каково это вернуться обратно в мир живых? Не бойся, я врач. Ну, коронер изначально. Мое имя Дедмен. С мертвецами я знаком. Не как ты, конечно. Я-то, несмотря на мое имя, ни разу не умирал. Ты так лучше не делай. Я, конечно, не эксперт, но уверяю тебя, это для твоей же безопасности. Видишь? Так я под арестом. Это не наручники. Это суперустройства, которые всех нас связывают. Нас? А, нас. Ага, Бриджес. Борцов за светлое будущее или за выживание, называй как угодно. Ага, где? Сколько времени? Смотри, попробуй прижать его к коже. Вот так. Расслабься. Это просто значит, что тело установило связь с браслетом. Смотри. Он будет держать тебя под круглосуточным наблюдением. То есть не он, а мы. Чтобы помочь. Какого? Два дня? За это время мы позволили себе взять пробы твоих жидкостей. Ты возвращенец, а это дорогого стоит. Что стало с теми ребятами? Центральный узел уничтожило в ходе взрыва. Настоящий гейм-овер. Теперь это кратер. Уцелел только ты один, по понятным причинам. И твой сломанный ББ. Ребенок жив? Подлежит ликвидации. Все равно не работает. Он бесполезен. Мы всех потеряли. Не только отдел утилизации. Мою команду, штаб, весь Вриденфорд. Всех, кто был в центральном узле. Мы с тобой сейчас в столичном узле. Или, вернее, в новом штабе. Садбери был логичным выбором. Но наш отдел внедрения понес большие потери. Да и за два дня мало что можно успеть сделать. Тут полный раздрай. К счастью, директор и команда поддержки тогда были за городом, так что руководство не пострадало. Прости, что не даю тебе передохнуть, но для тебя есть дело. Этот отпечаток остался после возвращения? А это отметина откуда? От женщины в пещере. Ясно. У тебя гаптофобия. Понятно, почему ты ходишь один. Боишься прикосновений. Я постараюсь это учесть, Сэм. К делу. Это срочная доставка. Тебе нужно будет отнести морфий президенту. Какому президенту? Америки нет. Ты говоришь про мэра центрального узла? Нет, 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 не мэру. Америка жива, Сэм. У президента рак в терминальной стадии. Состояние критическое, но время есть. Почему я? Послушай, сделай, как я прошу, и ты сам все поймешь. А ты сам не можешь? Видишь ли, меня здесь нет.
Извини. Это лишь хиролиграмма. А сейчас потекут слезы. Реакция на передачу хиралия. Я на самом деле сейчас в изоляторе, в большом треугольном здании. Так, вот Морфий. Бриджес заключает контракт на доставку с Сэмом Портером. Да ладно, у вас же там есть Морфий. К чему все это? Скажи правду. Правда в том, что последний президент Америки хочет тебя повидать. Неужели ты откажешься? Хорошо. Буду ждать тебя в изоляторе. Что? Ясно. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер, Бриджес. В левую руку. Идентификацию. Готово. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер, Бриджес. Приветствую всех. Продолжаем Death Stranding. Так, нам сейчас надо, походу, доставить изолятор. Использовать терминал. Сэм Портер Бриджес, заказ на доставку. Необходимо доставить в изолятор морфин для немедленного введения президенту. Ясно. Спасибо. Давайте проверим, что здесь у нас вообще есть. Так, нам сюда нельзя. Никуда нам нельзя, короче, нам в одну сторону. Выходим. Побежали. Сканирую. Счастливого пути. Спасибо. Если потерялся, открой карту на своем браслете. Изолятор ты вряд ли с чем-то можешь спутать. Если не знаешь, как добраться, ставь метки и черти маршруты. Попробуй, и поймешь, о чем я говорю. Угу. Так. Так. О, как. Это можно уменьшать. Куда нам идти? Поставить метку, продолжить маршрут. Понял, зачем изолятор? Я поставил или нет? А, вот так вот. Так. Убрать все метки. Прокрутка. Так, короче, я понял. Ну, короче, да. Весело. Bridges. Не он хочу. Он никогда тебя не обманет. Ну, конечно, если у тебя есть место назначения. Режим компаса удержите Г, чтобы прийти в режим компаса. При использовании... Так. Угу. А, вот она как работает. Все ясно. Я не думаю, что нам это сильно пригодится. Что? Посмотрим этот футуристический мир. Американский. О! А, на него залезть можно. А позвонить нельзя, да? В цен...
центральном был не только штаб Бриджес. Это также был и центр движения реконструкционистов. Если бы президенту не понадобилось особое лечение, она бы никогда не уехала. А тогда, конечно, не уехали бы и мы. Я понял. Симулятор бегающего дядьки. Показатели держатся на том же уровне. Значит, шансов никаких. К сожалению, боюсь, что нет. Надо начинать приготовление. Сэм, это я, Дэдмен. Прости, я забыл. Боюсь, что состояние президента ухудшилось. Спасибо. Это поможет унять боль. Чтобы она могла поговорить с тобой напоследок. Она? Первая и последняя женщина президент Соединенных Штатов. Ты ведь ее помнишь? Она тебя воспитала. Одет ты не очень-то подобающе. Иди хоть комбинезон сними. Я все пропускаю, ничего не читаю. Не столь важно. Это правая рука президента, директор Бриджеса. Да, Хардман. А. Ты был в Бриджесе один? Значит, ты тут и так всех знаешь. Сколько прошло, Сэм? Лет 10? Ну надо же. Собрались вместе бессмертные уроды. Ну что ж, я тоже рад тебя видеть. Президент ждет. Это твоя мать, Бриджет. Она немного не в себе, но тебя-то она должна узнать. Мадам президент, Сэм пришел. Мы оставим вас. Сэм, я знала, ты вернешься. Как ты поживаешь?
помнишь, она ушла на запад. Путь занял 3 года. Она хочет отстроить страну. Вы не забросили эту идею? Я хотела отправить тебя, сын. Время на исходе. Помоги ей, ты ей нужен. Вместе вы восстановите связь. Объедините Америку. Не надо. Сэм, если мы не объединимся, человечество обречено. Но страна нам больше не нужна. Нужна, иначе у нас нет будущего. Нет, Америке конец. Бриджит, ты президент пустого места. Сэм, послушай. Ой-ой-ой. Норман, как ты посмел ослушаться американчикую президента? О, опьем, все. Херали. Херали от нее прет просто. Пачками. Так ты хочешь помочь мне? Нет, я... Норман скажет, достали вы уже всем помогать. Ходячих помогай, здесь помогай. Я люблю тебя, Сэм. Я буду ждать тебя на берегу. И все. Прям его... Мадам президент! Прям его ждала, и умерла. А, нет. Доктор, помогите нам! Хороший намек, да? Старики да старушки президента. Слушай, никто не должен знать, что она умерла. О, иначе начинается. Бриджесу настанет конец. Политически то, что здесь произошло, останется между нами. Ты понял? Да, директор. Но как нам поступить с телом? Без отдела утилизации. Ё-моё, там еще с тела тащить. У нас есть решение. Я скажу, давай-ка, Норман, тащи-ка ты тело. Она тебя когда-то растила, кормила. Сэм, перед смертью президент заключил с тобой контракт. О! О чем ты говоришь? В качестве члена Бриджеса ты поможешь нам всем восстановить Америку. Манипулятор. Ты хочешь меня завербовать? Она уже пыталась. И у нее получилось. Беги, Норман, беги. Если или беги, уж Сэм, это беги. Символизм, то я не знаю. Директор... Рак распространился по всему ее телу. Изъятие органов исключено, и проводить вскрытие нет нужды. Тело нужно кремировать, пока не начался некроз. Иначе от нас тоже останется один кратер. От меня-то что требуется?
У нас сейчас нет ни одного курьера. А твои знакомые из отдела утилизации погибли. Но тело президента нужно сжечь. Выплеск разрушил дорогу, которая вела от столичного узла к крематорию. Теперь добраться можно только пешком, по горам. Но плотность Хералия там зашкаливает. Значит, там твари. Нам нужен особый человек. С Думом. Возвращенец. Дум. То есть я? Да, с Дума четвертого. Сэм, ты уже я играл один Дум из нас. Когда-то. Третий. А теперь за дело, Сэм Портер Бриджес. Вот так вот, все, крутой чел. Давай, выполняй, Сэм. Ай, смешно, если бы так не было обидно. Северная крайне столичная. Я хочу сказать, президент Стрэнд верила в возрождение Америки. Она неустанно трудилась во имя объединения наций. Не будь ее, не было бы и Бриджес. Ее следует похоронить с почестями. Но мы этого сделать не можем. Вместе с ней умрет Америка. Без нее Бриджес тоже исчезнет. Слушай. Ее кремацию нужно провести в строгой тайне от всех. Ну, допустим, а дальше? Кто займет ее место, смирись. Америки больше нет. Сэм, Америку рано хоронить. Он сказал, она умрет вместе с Бриджит. Для нас она умерла. Но Америка достойна иметь президента. Что-что? Поговорим об этом потом. Сейчас главное — довести до конца дело, начатое твоей матерью, и отстроить Америку по ее заветам. Для этого и существует Бриджес. Сделай первый шаг, Сэм. Доставь тело президента в крематорий. Если мы все не объединимся, человечество обречено. Я хотела отправить тебя, Сэм. Времени не осталось. Я люблю тебя. Буду ждать тебя на берегу. Расположен на юго-западе. Учти, придется пройти по территории тварей. Мы построили крематорий высоко в горах, чтобы содержащийся в дыме Хирали не шел к городу. Будет непросто поднять туда тело. Короче, мы будем сейчас вести круглосуточный мониторинг. Если что-то обнаружим, свяжемся с тобой через браслет. А сами пронести слабо. Машину какую-то дайте хотя бы, не знаю. Вообще, мотоцикла ничего. Все пешком. И Норман как-то Норман Ридус с трупом за спиной. Так, 55-20. Доставить президента в крематорий. Сэм, это Дай Хард. Дэдман рассказал тебе про браслет. Используй его, чтобы найти сжигатель. Ё-моё. Пусть мы сами не будем откладывать, сами дойдем. Ё-моё, чем тут. Так, это реки, я так понимаю. Это вода. Качество графики, конечно, на карте, это пипец. Так, нам надо дойти вот здесь как-то выйти и попробовать пробраться. Ну, по прямой. Бандики, типа. За сохранность же никто меня ругать не будет. Как я тут донесу? Сэм!
Надеюсь, я не должен напоминать тебе, что при перевозке трупов важна каждая минута. Через 48 часов после остановки сердца труп некротизируется и превращается в новую тварь. Нормально, когда он вышел, да? Когда я выбежал уже из хаты, они такие, типа, ну, ты неси там, потом мы тебе расскажем, что дальше делать. Короче, Сэм, тебе повезло. Побежали дальше. Ну, короче, намучаемся мы с телом. Президент Бриджит Стрэнд была символом восстановления Америки. Да. Даже когда страна раскололась, а люди разбежались, она продолжала верить, что их можно объединить. Люди поверили в возрождение Америки, потому что верили президенту. Мы верим, что эту страну можно возродить. Америка жива. Вместе с бессмертной душой Бриджит. Вообще время какое-нибудь есть у меня, то есть, как бы он сказал, что там 48 часов или сколько. Вообще могу я на машине кататься. Так. Да держи! Ё-моё, я такой слабый. Так. Залезть. Так, залезть мы можем. На, только наверх. Я понял. Побежали дальше. Счастливого пути. Иди гуляй своим счастливым путем. Так, смотрим. Правильно я иду. Ну, в принципе, да. Тут у нас не открыто. То есть нам в любом случае сюда надо будет пробегать. Хотим мы этого, не хотим. Да, да. Вот так. Что вот так? Не ругайся на президента. Ну, чтоб скучно не было, она будет перевариваться. Ну. Я вижу что-то на экране там. Перебор. А, особое устройство. Какая музычка, а? Чтобы не бан YouTube не прописал. За такую мелодию. Bone Slow Roar. Предоставлено Nevada Music. Надеюсь, что бана не будет за эту мелодию. Мне даже карта сильно не надо. Я и так предполагаю, знаю, куда бежать. Well, then, I'm alone.
Тихо-тихо-тихо-тихо. Ай! Не смог управиться. Вся песенка закончилась. Дальше суровые будни. Жесть. Мостики. А что за мосты? Игорь положил мост. Лайк Игорю. То есть, походу, игроки оставляют. Эй! 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 Так, подождите, а правильно я к крематории? Все правильно. Все правильно, так. Нам по-любому вдоль реки надо будет пробегать. Стопы. Так. Значит, а, я понял, для чего там мост. Тихо-т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 ихо. Так. Ну тут они переборщили, конечно, с этим. Короче, какому-то Игорю мы отправили лайк. Эй! Так, это все хорошо. А как подниматься? Да что с ней стало? Что настало буянить тут? Труп. Лежи спокойно, да и все. Угу, там водопад. А точно ли сюда подниматься стоило? А, вот это управление, ё-моё. Сюда! Сюда! Так, и что нам делать здесь? То есть придется обратно бежать. Ой. А почему так?
То есть тут сплошные горы, тут у нас что-то есть. А, ё-моё, ё-моё. Ладно, я это потом обрежу. С этим трупом не так. Нажмите Q. И что? А, все, я понял. Можно сократить, а можно тут там подняться. Да убирайся, табличка. Достал. Тихо. Угу, я с тобой согласен. Кто-то там лестницу наложил. А откуда они лестницы брали? Поиск веревок других объектов с помощью сканера. Я уже нашел. И поехали. Какой качок у нас, Норман Ридус. Ты почти добрался. Кто-то, видно, этим путем тоже шел. Я про него видел на карте, думал. Вот Игорь, а? Досмотрительно какой. Лайки зарабатывает. Спасибо за помощь. Так, а дальше что? Ёшкин матрёшкин. Как бы мне уже выходить надо. То есть это он не сберется, да? Давай, вставай, вставай, вставай. Карабкаемся. Вон она станция. Мы почти пришли. Игорек, спасибо, если ты мой летсплей смотришь. Ай, ай. Ё-моё, какой же ты. Я бы забрался. Учитывая, что я не такой же качок там, я бы забрался в любом случае. Даже с телом. Я не то, что как мой дружочек. Отдыхает малейшего. Так. Почти пришли. С горки бегом. Так это и есть то место. Так а где есть монстры? Как они говорят, что есть монстры? Крематорий к западу столичного узла. Они дорогу не могли проложить вообще вот по логически?
Так, собственно, игру откройте мне просто с помощью тапа и выберите полную систему. А так нельзя. Система. Не понял. И где? Так он отключает. Где там система? Тупая ты овца. Как его открыть? И что? Где сохранить? И выберите пункт системы. Тап нажимаю, хорошо. Зажал тап, дальше что? Ну как система тут убирается? Ё-моё. Да, то есть, понимаете, говорит, нажми на тап и все. А дальше вот сам как хочешь, выбирай. Так, новую сайту будем. Донеси ты ровно. Мне уже уходить надо. Так, в печь крематория. Кремировать точно? И что? Ничего не понятно, короче. Давай, кремируй, я поехал. По делам. И сейчас эти невидимые появятся с первой части, с первой серии, вернее, моей. Сейчас сам не захочет ее сжигать. Президент Америки. Плотность хирали в секторе быстро возрастает. Сейчас начнется сильный дождь. Возвращайся скорее. Угу, да, молодцы. Помогли мне прямо. Сэм, и второй груз тоже сожги. А там этот ребенок, да? Что это? ББ-28. Образец, который выдали отряду Игоря. Он был на тебе, когда мы нашли тебя в кратере. А здесь он зачем? Он подлежит утилизации. Центральный узел разрушен, и наша штаб-квартира тоже. Потому что ББ не сработал как надо. В журнале Игоря все есть. А, вот какие махинации. Но ребенок жив. Его не починить. А вне капсулы он не выживет. Можешь жалеть его сколько хочешь. Решение принято. Утилизировать. Директор подтвердил. Вот и хэппи-энд. Сейчас ладонь, да?
стекло не лопается под весом. Смысл? Он в бетоне когтями прорези делает. Доставить в крематорий. Но ничего не попишешь. Сможешь переждать дождь? Нет. Говнюки. Они приближаются к моей позиции. Нужно уходить, пока меня не заметили. Сэм, если тебя съедят, произойдет выплеск пустоты. Ты-то, конечно, вернешься. Но от округи останется один кратер. Есть идея. Походу, Сэма самого должны были утилизировать когда-то. Но не утилизировали. Включайся, зараза. Да ты и впрямь с дефектом. Тишина и осторожность. Все, всем спасибо за серию. Вернее, за просмотр серии. Так, Ctrl, Домин, C на корточках. Я понял. Все, мы это продолжим в следующей серии, поэтому всем пока.